Дамы и господа, я просто еще одну мысль кину, раскрывать ее совершенно нет времени. А вы обратили внимание, что я на этом танцевальном ютубе периодически выкладываю какие-то философские мысли, рассуждения, так или иначе связанные с темой танца и искусства, иногда одежды, ну потому что я одеждой тоже занимаюсь. Так вот, я хотела вам сказать такую вещь, что зачем я все это делаю? А затем, что у меня такое отношение, в принципе, ко всему. Допустим, если я обращаюсь, я сейчас пойду сдалека, если я обращаюсь к какому-то специалисту, я не могу к нему обращаться вхолостую и вслепую. То есть, мне интересно хотя бы чуть-чуть узнать личность этого специалиста. Если личность специалиста вызывает у меня доверие, безусловно, я к нему обращаюсь. Неважно, кто это. Стоматолог, репетитор вокала, репетитор французского, ну и так далее, и так далее. Так вот, почему я загружаю здесь свои мысли, да? Почему я так обнажаю свое мировоззрение, по сути, свой частично внутренний мир? А все просто, друзья. Дело в том, что я считаю, что вы должны знать специалиста, ну, в данном случае меня, не только в лицо, но и в душу. Хорошего дня!